У 2016 році більше 58 тисяч пенсіонерів Мелітополя та Мелітопольського району своєчасно та в повному обсязі отримали свої грошові виплати. Про це повідомила начальник Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлана Христова, підсумовуючи результати роботи в цьому році. Вона зауважила, що рік для управління Пенсійного фонду пройшов в цілому успішно. Створено гарний заділ на майбутнє. У 2016 році відбулося підвищення мінімальних стандартів. Світлана Христова розповіла про те, як проведені перерахунки вплинули на розміри пенсій та який середній розмір підвищення. Ми зробили 4 масових перерахунки. Провели перерасчеты по индивидуальным заявлениям пенсионеров, работающим по дополнительным каким-то документам, около 5000 людей, которые обратились к нам и изменили свои пенсионные выплаты. В результате размер пенсии вырос, средний размер пенсии, я беру по территории, на 6,5% выросли пенсионные выплаты по городу и на 8,7% выросли пенсионные выплаты, средние пенсионные выплаты на территории района. Спеціалістами управління проведена кропітка робота з роботодавцями в протидії такому фактору, як тіньова зайнятість. Уменшилась ставка єдиного соціального взносу практично в 2 рази. І в 2016 році вона составила 22%. Целью такого смелого, непростого рішення, звісно, є введення бізнесу із тіні, легалізація доходів населення і тим самим забезпечення їх гарантованої соціальної захисту. Кроме того, снижение ЕСВ, конечно же, является одним из рычагов возрождения запуска нашей экономики, который сегодня этого требует. Однак говорити про позитивні моменти боротьби з тіньовою зайнятістю поки зарано. Фонд заробітної плати на території у нас вирос. В цілому виплачений фонд заробітної плати на 38% или на 331 мільйон. Но это не те показатели, которые нужно было бы получить в 2016 году. Средняя заработная плата выросла на территории на 32,3% и составляет сейчас 3658. Это мы рассчитываем всю среднюю заработную плату, которую у нас получают наемные работники и у юридических лиц, и у физических лиц. Невдовзі має розпочатися пенсійна реформа. За словами Світлани Христової, найбільш актуальною проблемою є осучаснення пенсійних виплат. Спеціалістами Пенсійного фонду України вместе з Міністерством соціальної політики підготовлена, отработана вже модель осовременювання пенсії. Вона вже передана в парламент на розглядання, розглядалась в першому читанні, тобто вносяться зараз доповнення якісь і змінення. І ми сподіваємося, що в 2017 році парламент прийме эти законодательные акты, и, наконец-то, мы можем повысить пенсии, то есть пересмотреть, осовременивать пенсионные выплаты, которые заморожены уже несколько лет. Это самый актуальный вопрос, который сегодня есть. До того ж, с 1 січня Мелітопольське об'єднане управління перейде на централізоване призначення та виплату пенсій. С 1 января 2017 года перейти полностью на централизованное назначение и выплату пенсии. Что это даст? Это даст возможность, во-первых, получать, назначать пенсии без привязки для пенсионеров, без привязки к месту жительства. Это даст возможность пенсионерам, не только пенсионерам, работающим, активно смотреть и участвовать, активно проверять то, что у них сейчас наработано, то есть веб-портал Пенсионного фонда. Это расширение различных сервисов электронных для населения. Это полный контроль за использованием, за целевым использованием денег. Сучасні реалії змушують людей задуматися над розміром своєї пенсії та про стабільну та забезпечену старість. Тому, за словами Світлани Христової, цього року майже 60 мешканців міста та району заключили договори на добровільне страхування. Це в основному приходять ті, у яких на самом деле не вистачає необхідного стажу. Зараз люди зрозуміли, що доплати до мінімальної пенсії, згідно законодавства, ми робимо тільки тим, у кого є повний стаж. А повний стаж – це зараз для жінок 30 років, для чоловіків 35. Менше він вже не стане.
Пока на 17-й год нет вопросов по повышению пенсионного возраста, не стоит такой вопрос, и по повышению необходимого стажа, полного стажа. Ну, пока вот, так, вот такие моменты. И люди, у которых нет полного стажа, приходят, заключают договора добровольного страхования, платят налоги и получают свой полный стаж. Вот в основном мы анализировали, кто же приходит, заключает договора, это те, у кого нет стажа, и по всей вероятности где-то ж работают, потому что налоги ж не платят, официально не работают, но какие-то ж доходы имеет человек, если он платит добровольно. Світлана Христова також зауважила, що адміністративна реформа, яка триває в країні, торкнеться і управління пенсійного фонду. Згодом до Мелітопольського об'єднаного управління пенсійного фонду приєднаються ще декілька сусідніх районних установ. В цілому по Пенсійному фонду України є постанови, і ми очікуємо в 2017 році ще присоєднання до нашої території, наприклад, ще нескольких управлінь, які рядом з нами знаходяться. Для чего это делается? Ну, во-первых, связано это с тем, что и админреформа проходит, и объединение громад проходит. И, естественно, нужно сокращать расходы на содержание системы. Когда мы укрупняемся, когда мы объединяемся, передаются какие-то функции администрирования. Администрирование на уровень более высокий, сокращается, освобождаются люди, которые занимались там кадрами, бухгалтерией, то есть такие админ по обслуживанию работы системы. Но обязательно остаются и будут оставаться, и только будут совершенствоваться фронт-офисы на территориях, чтобы людям было удобно получать любую услугу, независимо от того, где он живет. И вот то, что мы сейчас говорим, что мы переходим на централизованные технологии, это для чего? Для того, чтобы доступность до любого сервиса, для любой информации человека, который проживает в сельской местности или в городе, была одинаковой. Фронт-офисы на тех территориях, где были управления пенсионного фонда, после объединения остаются, совершенствуются, добавляется там техника необходимая, тот человек как получал свои услуги, там, где он проживает, так и будет получать. Напередодні новорічних та різдвяних свят Світлана Христова звернулася до мешканців Мелітопольщини з привітаннями. В цьому році я желаю всім здоров'я, активності і результативності на будь-якому поприщі. Хочется, чтобы все были здоровы, чтобы была любовь близких и родных. И, конечно же, желаю быть небезразличными к себе, к своему окружению, к своей малой и большой родине. Ну и мне хочется, чтобы все это понимали. Я думаю, что мы все это понимаем, что все это возможно только при нашем активном участии. Поэтому безразличными быть нельзя. Сегодня идет строительство нового государства Украина. Сложно идет это строительство, и если мы не приложим свои знания, свои умения, свою активность к этому процессу, у нас ничего не получится. Я считаю, что украинцы намного грамотнее, умнее, активнее, они хотят жить в нормальных условиях. Все это возможно, если мы будем активны, каждый на своем поприще.